Еще два автомобиля и гуманитарную помощь передадут из Владивостока для бойцов 155-й бригады морской пехоты ТОВ, которые находятся в зоне специальной военной операции. Техника, которую подготовил для нас, в том числе и Росреестр, здорово, что есть такой фактический отклик. Но это не только государственные структуры, те, кто работает сейчас с нами, и не только фонды, но и частные лица, коммерческие предприятия. Это не только техника, но это еще и медицинские изделия. Стараемся делать так, чтобы все, что мы передаем, было максимально прикладным и было прямо необходимо для ребят. Из Владивостока в зону специальной военной операции уже ранее были переданы автомобили. На данный момент их уже 45. Передаем вот этот 45-й автомобиль. Так же, как и все остальные, у нас наполнены гуманитарной помощью, сети маскировочные, ну, все необходимое, медицина для ребят, для облегчения там нахождения и выполнения боевых задач. Напомним, инициаторами отправки техники и гуманитарной помощи стали общественные организации, представители федеральных служб и предприниматели города при поддержке администрации Владивостока. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на восьмом.